есть такое событие «День защитника Отечества». И мне, по сути, праздновать его не приходится. Зато у меня есть сын. И вообще, по сути, понять надо. Мы все защитники. Но только привычка защищать вырабатывается с детства. А привычка защищать круто с магазином «Орион». 23 февраля я отвожу папу в магазин «Орион», чтобы он там купил мне игрушки. А вот тут вопрос, который, по сути, в Америке не стоит. Там, по-моему, все от 16 лет могут водить автомобили. Да и у нас, походу, тоже. Каждый мужчина должен стать крутым водителем. Когда у меня будет 18 лет, я хочу ехать на вот этой машине. Но об этом-то как? Хочет человек машины? Да пожалуйста! Хотя, по сути, не машинками едиными защищается государство. Армия хороша, но парад-то круче. И часть защитников Отечества аккомпанирует войскам. У меня есть дома два синтезатора из магазина «Айлона». Вы хотите научиться? Выходите в магазин «Айлон» за синтезатором. Да, конечно, войска — это круто. Но сегодня есть и военно-космические силы. Можно и ракеты запустить, и самолеты тоже. И то, и другое есть здесь, в магазине «Орион». Вообще-то, я люблю еще самолеты. И все самолеты папа мне покупает в магазине «Орион». А вот теперь сложнее. Такие-то слова не произносятся малышами в 4 года и 11 месяцев. Мой делает. А про количество роботов? Так мы все их здесь и берем в магазине «Орион». Нанотехнология – это робототехника вооруженных сил. Будущее. Если вы хотите познакомиться с роботами, выходите сюда, в магазин «Айлон». И другая сторона. Это пистолеты, автоматы, пулеметы и гранатометы. Были бы у меня такие темы, я бы про это все рассказал. Потому что здесь шикарный ассортимент вооружения. Оружия у меня очень много, а в магазине «Айлон» целая куча. То бишь, господа, это, конечно, круто, когда тебя поздравляют. Но непонятно, почему мы себе оружие купить не можем. Но для детей это пожалуйста. К слову, где купить? Почти 3 года каждый понимает, куда ехать. Если не поняли, то вот вам проезд. На северо-запад. И тут вы повернете направо, потому как налево нельзя. И получаете удовольствие, купив игрушки и, по сути, за копейки в магазине «Орион». В оконцовке я уже скажу. Я вам одну вещь скажу, чтобы вы поняли, господа предприниматели и все остальные товарищи, у которых типа денежки есть, после того, как к вам пришли покупатели. Обратите внимание, как работает со мной магазин «Орион». Мы уже с ним очень давным-давно работаем. И вообще, надо понять, что если вы работаете с нормальным телевидением, последний раз вам объясню, больше не буду повторять, что хотите, то и думайте, мне без разницы. У вас больше ничего хорошего не получится. Можно, конечно, пойти, там вам по ушам проедут, что у нас типа крутизна. Но это не есть типа крутизна. Вот программе «Автостоп» 15 лет в этом году исполняется. Программе «Дом, милый дом» 10 лет. Вы спросите у кого-нибудь, вы можете этим похвастаться? Если нет, ну сами думайте, с кем вам необходимо работать. А по ушам проезд, ну это же ваша проблема. Я работаю с теми, кто соображает и головой, и телом.